С 1 сентября в областном центре стартует акция, позволяющая совершать поездки в городском общественном транспорте со скидкой. Для этого нужно воспользоваться бесконтактным способом оплаты при помощи карты МИР или карты жителя Самарской области. Важные условия – оплата через смартфон. Речь здесь идет о разовых поездках. Вот сейчас, если вы едете в автобусе, в трамвае, в троллейбусе, по безналичной оплате это стоит 32 рубля. Вот с завтрашнего дня появится возможность, если у вас есть банковская карта МИР, если вы ее привязываете к своему смартфону и оплачиваете именно смартфоном поездку, то вы получаете скидку 8 рублей. То есть не 32 рубля, а 24 уже обходится проезд. Жительница Самары Наталья Каткина картой МИР пользуется давно. Новость о возможности ездить на общественном транспорте со скидкой, бесконтактно оплачивая проезд, восприняла с энтузиазмом. Да, я пользуюсь картой МИР. Мне нравится. А карта жителя, если честно говоря, мама только получила. Мы пользуемся, нам удобно. Будем пользоваться скидками, будем ездить в транспорте. Спасибо огромное. Оплата телефоном с привязанной к нему картой жителя Самарской области позволит сэкономить еще больше – 10 рублей с каждой поездки. Цели этой акции, с одной стороны, она направлена на популяризацию общественного транспорта, потому что предлагают совершать поездки по более низким ценам. Карта МИР у нас максимально популяризируется в стране. В Самаре акция продлится до конца года. В профильном департаменте рассчитывают, что она будет успешной, и горожане оценят акцию. Карта жителей Самарской области реализуется по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Более 150 тысяч человек изъявили желание стать ее держателями. Для получения карты нужно обратиться в любое отделение банка-партнера проекта или в офис МФЦ. Подробная информация о возможностях карты жителей Самарской области размещена на сайте kart.samregion.ru и в мобильном приложении. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.